Здрасте, дорогие друзья. Я сегодня вам покажу немножко геймплея Final Fantasy XII. Извините, что я снимаю с камеры, потому что игра эмуляторная, и она плохо записывается при бандикаме. Если бы это была бы ПК-версия, не было бы таких проблем. Но я вам немножко покажу, так что приступим. Приятного всем просмотра. Такс. Что нам нужно делать. Еще одна летучая мышь. Что-то подобрали. И идем к телепорту. Да, версия эмулятора PS2. Нам сюда? А, ну да, точно. Так, еще один охранничек. Так. А, их еще и несколько, не только это. О, ты чё? Так, мы их вальнули. Мешочки подобрали. Смотрим, что у нас будет здесь. Ох ты мать. Вот это ее фризит. Игру. На ледяных трущобах. Вот об этом я и говорил. А, она типа пробудилась. Ну окей. Отражение. Ох, ё, она еще и посылает всяких ублюдков. Ладно. Валить можно. Так, нет, валить босса. Какого-то Мэтьюс. Но бейте ее быстрее, ну. Валим, валим. Чё за... Я
Подожди, что значит САП? Да, блядь, стоп, как это использовать? А какой надеть? Инвентарь. Так, где эта хрень? Блин, умение, подожди. Так какой, блядь, использовать, блядь? Ну с инвентаря, блядь, использую, заколебал. Магию использую, она белая, походу, получается. Исцелился. Так, а дальше чё? Сюда, что ли? Походу, что... Да, раз такая музыка заиграла. Вот и меч. Какой-то там. О-хо-хо, тяжеловатый, блин. You should try it on the Dawn Shard. See if it can destroy Nethicite or not. What? He just may be onto something. The Dawn Shard's no use to us, after all. The stone bleeds mist. It has been roused. It fears the sword. The stone is quiet. This is the sword, the Nethicite destroyer. Should it find its mark? Vaughn! Tell me, did you see him again? I didn't. Not a thing. Not even my brother.
Not anything. И чё, теперь возвращаться обратно, что ли? Ё-моё. Так. Телепорт. Так, значит, Фран можно уже обратно надеть то, что было. Так, где это у нас было? Так. Стоп, а где это? А, вот. Всё, так будет лучше. Так будет намного лучше. Такс. Опять братки. Матч пошли сюда. Тра-та-та. Ага, вот телепорт я уже вижу. О, да. Текс. Идем, значит, сюда. Сохраняемся. На всякий случай. Да, уже наиграно ровно 28 часов. Да, и не вся сюжетка еще пройдена. В этом вся фишка. Так. Так, а у нас вообще здание есть? Пока еще нету, да? Интересно, ну ладно. Стороны нам выйти. С любой, да? Та-ра-та-ра-ра-ра.
ра-ри-ра-ра-рай. Ту-ру-ру-ту-ру-ру-ру. Фиг вам, а не мои кроссовки. А, не туда пошел, ну ладно. На-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Так, эти чуваки ничего не скажут больше. Так, поторопись вернуться на гору Бюрамиса. Мы, конечно, остаемся тут. Вернуться на гору. Это туда. Ёб твою мать. Ебысь. Колотись. Empire's dead, Skrull Legion. Воу. Твою мать. Ёперный театр. Это плохо. Это не айскул. Что-то там нечисто, дорогие друзья. А это, блядь, плохо. Чего там было? Так, стопы, а где именно? А добираться нам далеко, да? Так, а вот мне интересно, можно ли... Так, я сейчас одну теорию проверю, если она не заработает. А если она заработает, это будет охрененно. Так. Ладно, я выйду, наверное, на карту. Так, надо выходить на карту. Надо выходить на карту. Да, есть игра на ПК, но у нее требования, конечно, высокие. У игры. На стареньких ПК она не попрет нормально. Требования у нее... высокие у игры. Так, окей. Можно ли нам... Так, а как это называется вообще в инвентаре? Инвентарь. Подожди. Да.
Да, фигово. Так, это значит, куда нам переть? В МТ Беру Микас, МТ Беру Микас. Ну да, Пешкарус, он далековато туда хреначит, как говорится. Лучше, конечно, через телепорт, если такая возможность есть. Да, места тут реально очень красивые. Я не спорю. Места тут красивые. Ну, давай, быстрей, мать твою, ну. Та-ра-ра-ра-рай-ра-рай-та-ри-ра-ри-ра-ри-ра-рай. Что же там произойдет? Так, доступен? Нам повезло, походу, что да. Да, повезло. Так, надо у торговцев что-то купить. Ага. Ага. Так, ладно. А я так понимаю, что еще Коба свалили. Что ты сказал? Аркадианский корабль улетел. Понятно, но это, в принципе, логично, что там что-то жопа произошла. А ну-ка, чувак, что произошло? Отправить солдат сюда и опозорить это место. Аркадия не боится богов. Ну, я так и знал, что тут происходит, пиздец. Так. Ага, все лучшие войска были на этом. Моим товарищам еще. О, новые товары. Забытый гримуар. Ладно. Так. Копье. Какое-то копье. Ладно. Миттер. О, Ашура, это что такое? Ладно. 51. Кугарамасу. 58. Угу. Так. Угу. Одни, блин, посохи, всякая канитель, тяжелые копья. Но у нас, по-моему, по сути, меч, укус демона. Потом, ага, 53, 53, в принципе, копье шторм 54. Но мы сейчас не ПНЛ используем. Так, подожди, чувак, а ты кроме оружия еще что-то продаешь? Опа! Чё, коба появились? Золотой щит. Ага, броня щита. Щит льда. Да, ну он у нас есть. Щит льда.
только если зелье купить. А, вот еще хозяева были. Потрачены, да? А, он, я думал... А тебя нельзя покормить? Нет? Не, нельзя. Это чокоба сам по себе, да? Ладно. Короче, здесь тоже сохраняемся. Можно третий слот. И во второй. Так. А, ты не говоришь вообще, да, ничего? Ладно. Да. Пришел капец деревушке. Это печально очень, дорогие дамы и господа. В деревне пришел каюк. Просто взяли. Ого. Кого-то избили. Жесть. Оу. Чувак, ты там аккуратнее иди. А то мало ли. Ай, что же нам скажут? Что же нам скажут? Дождь пошел даже. Ё-моё, там всех убили? Кто пытался этим гадам и перцам противостоять? Бля, это фигово. Они там. Ну ладно, я им покажу, где раки, сука, зимуют. Твою мать. Судья достал клинок, блядь. Неудивительно, что этот урод достал. Да, чувак, им насрать, они всех... Ох ты, мать! Ёшкин кот. Да кого там уговаривать? Убивать их нахрен, они что сделали? Все, козлы, вам хана. Я пришел. Уроды. Давайте, показывайте вас. Козлы. И кто? Никого я тут пока что не вижу. А, ни хрена себе. Our vagrant princess. Swift as your lust for revenge led you to the sword of kings. You will surrender it to me. Too late and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. Huh. There it is again. Fran, I don't like the look of that. This mist. He holds a stone. It controls him as it did Mien. No, no, the power of manufactured nethersite is the power of man. A weapon forged by his wisdom, who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Did but pretend the title, a cur begging nethersite scraps from his master's table. Hark!
Even these hails her true Dynast King, Vayn Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Ivalice holds no place for the name Dalmasca. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. Вот она как. Ладно, ладно. Хуй моржовый. Кого ты там? Берган, хуерган, блядь. Валите его, ну! А, они там другими занимаются, что ли? Блок. Ту-ту-ту-ту. Чё такое? He set his very bones about with manufactured netherite. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone. By Jutschke Brandt. Oh, huh. You okay? So he was here. Ah, as for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see. But Jutschbergen had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vayn has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left the message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. I leave, I take. Huh. Damn. Интересненько.
do you propose we reach Arcades? Arcadius' borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And the Navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. There is a hunter's camp just beyond the Salica Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared. Да. Ясненько. Ладно, тогда сейчас доберемся до сохранения. В принципе. Так, я что, опять не туда пошел, что ли? Блин. Все путаешься с этими переходами, куда чё. Ну что поделать, так бывает. Так бывает, так бывает. Наконец-то мы этого гада завалили. Ладно, ладно. Мы вас поняли все. Кстати, интересно, чем эта пещера в форме какого-то забавного животного вот впереди. Да, впереди. В форме какого-то животного. Да, вот видите, вне записи все идет нормально, а при записи игра жутко тормозит. А так на эмуляторе она вполне играбельна. Вполне. Так, сохранимся, потому что мы так прилично прошли. Так, ну что, сохранилось? Ну да. Так. Ой, чокобы снова появились. Шикарно. Так. Ну, в общем, с вами был Денис. До новых встреч. Надеюсь, вам видео понравилось. Но говорю, что из-за записи приходилось снимать с телефона камеры, поэтому... Не получилось при записи из-за тормозов. Но я думаю, данное видео вам понравилось. Ребята, всем до встречи. Всем пока.